Всем привет, меня зовут Юля, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня переделываем мою левую ручку ноготкам 5 недель. Спустя 2 недели после того, как я эти ногти сделала, я хотела их переделать. И 3 недели собиралась переделывать. Представляете, наконец-то я уже села. Так, смотрите, все нормально относилось, все вроде бы хорошо. Только вот здесь отслоечка маленькая, прям манюсенькая, манюсенькая. Ну и как обычно, кончики затупились, я некоторые срезала, тут пришлось подпиливать. В общем, все нормально. Сегодня у меня на обзор приехал новый фрезер, о котором я говорила во влоге, что я его жду. Ну, давайте сначала распаковочку, потом по техническим характеристикам пробежимся, ну и, конечно, протестируем его. Посылка весила 2 килограмма 200 грамм, достаточно тяжеленький аппаратик. Отправляли с Москвы до Ивановской области, ехала 3 или 4 дня. И хочу добавить самую важную информацию лично от меня. Производители хорошие. Обычно, когда на обзор присылают, хотят, чтобы я говорила то, что они хотят. Эти производители меня предупредили, чтобы я говорила все, что я думаю, абсолютно честно. Это действительно достойно похвалы. У меня на канале нет ни одного товара оплаченного. То есть за обзор денег я не беру и говорю все, что мне вздумается. Ну, не все, что мне вздумается, а как я думаю об этой вещи. То есть плохое качество и плохой товар я нахваливать не буду. Все абсолютно об этом знают, кто меня долго смотрит. Поэтому поехали. Фрезера мощность 65 Вт, достаточно мощняцкий, плавная регулировка скорости, LCD-дисплей, ножная педаль. Обязательно мне нужна ножная педаль, потому что я ей пользуюсь всегда. Система шумо-вибро-подавления, ну и, конечно, реверс, куда без него. Скорость вращения 35 тысяч оборотов, напряжение 220 на 240 вольт. Так, фирма вот такая, Daikeman, не знаю, правильно ли я произношу, Nagel M22, есть на сайте еще Nagel M11, он немножко по-другому смотрится. Также у них есть портативные фрезеры, маленькие и легкие, на аккумуляторах. Все, давайте скорее заглядывать уже в коробку, мне не терпится, без вас я еще не открывала. Что здесь у нас такое? Второй год гарантии бесплатно. Так, бумажки, гарантийные талончики. Угу. Так, все хорошо, технические характеристики, уход за аппаратом. В общем, тут все описание на русском, все супер. Здесь, я так полагаю, ручка находится у нас. Ага. Она облегченная, потому что когда ручка слишком тяжелая, рука устает, которой вы работаете. Так, смотрите, здесь какие-то есть ключики отворачивающиеся. Так, все хорошо. Тут у нас открывается, вынимается, закрывается. Все держится, все хорошо. Провод люблю вот с такой пружинкой, потому что когда он у вас ровный, он везде болтается и мешается. Здесь можно его растягивать, и он всегда будет в напряжении, в натяжении. Так, что у нас в этой коробочке? Нет, вот в этой. Сначала эту достанем. Здесь подставка под ручку, фрезы, ну это стандартные фрезы, фрезером обычно идут, педалька и мощный такой серьезный провод, вот это да, классный толстый. Так, здесь еще есть насадочка, чтобы держать ручку на фрезере, ну и соответственно сам фрезер. Ой, побыстрее бы уже открыть, я прям так хочу его увидеть. Этого малыша маленького. Ой, маленький, да удаленький. Такой тяжелый. Господи, какой ты классный. Так, первое, что я вижу, это очень хорошо, что вот эта вот штучка привернута. Потому что, когда вы вынимаете, бывает не привернутый, бывает вокруг пластмассочка. Вынимаете ручку фрезера, и у вас все вынимается вместе. Здесь привернуто, здесь все отлично. Вперед, назад, реверс. Я так понимаю, рука, нога, переключалка на ножную педаль, на ручную. Здесь, как заявлено, плавная регулировка скорости, ну и экранчик. Добавлю, это первый мой фрезер, у которого будет написано, сколько оборотов. Давайте покрутим, повертим. Здесь так выглядит. Включение, выключение. Так, входы, все хорошо. Так, ну что, собираем сюда ручечку. Сзади проводочек, чуть ниже педальку. Тут у нас уже все включено. Давайте выключим, потом в розеточку воткнем, потом включим. Забыла показать. Вот эти отверстия для вот этой держалки можно по-любому вставить. Здесь, конечно же, болтик есть еще с собой.
Можно прикрутить его, как вам удобней будет, где у вас будет стоять вот эти отверстия с обеих сторон. Ой, смотрите, как круто. Вот здесь есть силиконовые накладочки, чтобы не царапать ручку. Здорово. Все мягенько так входит. Не знаю, будет ли для кого-то важно, но я проверила. С этой стороны все откручивается, чтобы чистить ручку фрезера. И с этой. Просто некоторые девочки пишут, что они открутить вообще никакую не могут. И приходится прям пассатижами. Здесь все хорошо. Прям усилие немножечко дать. И все откручивается. Ну что, самое-самое. Включаем. Все ли тут у нас работает? Угу. Так. На всю... Да, мощнецкий такой. Прямо сразу понятно. А ручка действительно не сильно тяжелая. Здорово. Так, это кнопочки не сенсорные. Все здесь переключаться должно. Угу. Так, ну все, поехали тестировать. Фрезу возьму свою, как обычно. Салика брала мощный зверь для такого же мощного аппарата. Ну и что же я ощутила при спиливании? Короче, девочки, это просто шикардос. Я не ожидала такого эффекта вообще. Он настолько мягко спиливает, это просто... Я не могу даже выразить словами это. Ни по ручке, ни по ногтям вообще никакой вибрации. Я-то думала, мой Стронг 210 не вибрирует. Ничего подобного. Вот это вот вообще просто мягенько-примягенько спиливает. Я вообще в шоке. У меня сегодня подруга приходила на ногти. Я ей сказала, говорю, давай мне рассказывай свои ощущения. Она сказала, блин, так мягко не было никогда. Я, говорит, вообще даже не чувствую, как ты спиливаешь. Ну и спилить у меня получилось все в два раза быстрее. Вот на 5 ноготочков я потратила 3 минуты. А подруги сегодня ногти подготовили до покрытия базы всего лишь за 25 минут. Если честно, конечно, я не ожидала такого результата. У меня подделка Strong 210, там заявлено, что мощность 65 Вт и 35 тысяч оборотов, но там нет столько, вот 100%, потому что этот намного мощнее и фреза крутится быстрее, наверное, поэтому мягкий ход идет. Ну и, конечно, система шумо-вибро-подавления действует отлично. Подпилила форму сверху, немножечко пилкой прошлась, потому что при спиливании вообще все ровно оказалось, без каких-либо ямок и бугров. А еще не терпится уже попробовать вычистить птеригий. Для этого отодвигаем кутикулу, достаем фрезу. Взяла с красной насечкой, она помягче выпиливает. Снимала указательный пальчик, и он у меня оказался не в фокусе, проглядела. Поэтому вам сразу средний показываю. Здесь тоже сюрпризов не оказалось, все как есть. Очень мягко выпиливает тоже, я прямо не почувствовала никакой вибрации. Хотя на Стронге я думала, что там нет вибрации, а оказывается есть. Вот если есть с чем сравнить, разница реально ощутимая. Ну все, я теперь довольна как слон. Дочка приедет, похвалюсь ей. Спиливала я при максимальных оборотах 35 тысяч поставила, а вот птеригий вычищала на 10 тысячах, потому что вот поставила на 13, мне уже слишком много. 10 достаточно. И кутикула хорошо вывернулась. Вот отрезали ее, вот что у меня вышло. Что самое удивительное, я сегодня без ранений вообще. Ни разу не порезала себя. Ну что, продолжим. На Wildberries попробовала, заказала базу X-Nail новенькую. Специально искала жиденькую. Она оказалась прямо очень-очень жиденькой и хорошо впитывается в ноготок. Ну, не впитывается, а обволакивает вот эти чешуйки, которые мы поднимали. Не приходится ее втирать, как каучуковую. Она сама обволокла эти чешуйки, вцепилась за них и все хорошо. Гелем укрепляю ноготки. У меня сама ногтевая пластина не сильно длинная, и поэтому вот эти кончики для меня длинные. Их нужно укрепить, чтобы я потом ноготочки не сломала. Делаю по 2 пальчика. Дома у нас прохладно. Ужасно долго растекается гель. Он очень густой. Это вообще я измучилась. Я так долго ждала, когда он выровняется. Кошмар. Сегодня подруги тоже укрепляла. Пришлось его прямо греть об себя, чтобы пожиже был. Я привыкла к его консистенции нормальной, когда дома было тепло, а сейчас газ отключили, лето же, и ночами прохладненько, и дом не прогревается так, как зимой. Поэтому гель густущий, тянется, прям вообще некомфортно в работе мне было.
Вроде выравнивание сделала нормально, нигде не пришлось ничего подпиливать. В необычном влоге я говорила, что я соскринила там пару дизайнов. Вот сегодня один из них будем делать. Ну, во всяком случае, как получится. Большой пальчик у нас будет беленький. Взяла гель-лак Эль Паза серии Мальдивы, 11 номер, обалденный белый, без проплешин наносится идеально в один слой. Супер гель-лак, вообще классный. Девчонка одна тоже еще писала, благодарила, взяла по моей рекомендации и говорит, действительно вообще крутой-крутой. В общем, идеальный белый для себя я нашла. Белым у нас будет и мизинчик тоже. Пальцем кутикулу немножко оттянула и прокрашиваю. Также не отпуская пальцы, сушу в лампе, иначе кутикула опустится и затечет чего-нибудь там. Указательный будет черным, и покрою я это все глянцевым топом. На фотке все в матовом стиле. Матовый я не люблю, что на черном, что на белом. Белый очень сильно пачкается, а черный похож на семечку. Как-то, не знаю, мне не нравится. Сразу покрываю топом, а то у нас там и втирка будет, и акрил, поэтому лучше пусть будут готовые пальчики эти. Два нюдовых ноготка делаем матовым. Ноготки я эти делала вчера, а сегодня я их уже по-другому переделала, вот эти вот два. Мне показалось, что они смотрятся как-то пусто. Но вы сейчас все увидите, и я в конце вам покажу уже переделанные ногти. Делаю полосочку под втирку золотую. Эту полосочку я обычным черным гель-лаком рисую. Но если сейчас втереть втирку, то она приклеится просто на липкий слой и не будет того эффекта, который нам нужен. Поэтому нам надо эту черную полосочку еще продублировать топом. Идеальный черный я для себя еще не нашла. Вот Lovely очень плотный, хороший, но он бывает не сохнет. Вот тот, который я сейчас крашу, это у меня LS Professional. Он более-менее нормальный, но все равно хотелось бы чуть-чуть поплотнее. В один слой его можно покрыть, но в средний. И в средний я не люблю. Немножко замешкаешься, и тогда уже он стекает по краям и может там тоже не просохнуть. Я попробовала очень много черных, и пока идеального, совсем прям уж идеального нету. Лично для меня, конечно. Но когда-нибудь я его все равно найду. Эти ноготки у нас покрываться топом уже не будет, поэтому обязательно втирку также дублируем топом, чтобы ее закрепить, иначе она сотрется. Теперь тем же гель-лаком Эль Паза я рисую полосочку, потом еще сердечко нарисую. Не суша, нужно будет посыпать акриловой пудрой. Сердечко удобнее всего рисовать дотсом. Две точечки поставили, немножечко стянули вниз и подрисовали хвостик уже тоненькой кистью. И получается вот такое маленькое, симпатичненькое сердечко. Акриловая пудра должна хорошо пропитаться, поэтому я вот стряхнула и еще раз посыпала, потому что она пропитывается и становится мокрой. Ну, потом сушим минутку, можно две лучше. Я две сушила, потому что слишком толстый слой получается. Ну, когда я спиливала сегодня эти два дизайна, они были просушены полностью. На этом ноготке дублируем все только черным цветом, также посыпаем акриловой пудрой. Все, в общем, то же самое. И, в принципе, у нас ноготочки-то готовы получаются. Так непривычно, когда не надо топом покрывать, просто дизайн сделали и все. В общем, ходила я, ходила на этот дизайн, смотрела вчера весь вечер и подумала, а что же будет, если я нарисую эти два дизайна в черном стиле, но на белом гель-лаке? Забегая вперед, для меня получилась все-таки симпатичней вторая переделка. Ну вот, все готово, мы стряхнули лишний акрил. Во-первых, мне не понравилась выпуклость и шершавость на этих ноготочках. Во-вторых, вот то, что нюдовое здесь как-то не к месту, как будто пустые пальчики. А в-третьих, да даже и в-четвертых будет, в-третьих, издалека белого сердечка не видно, все слилось, только черное видно. И в-четвертых, у меня очень сильно этот акрил запачкался за один вечер. Я, конечно, видела, что он вроде как испачканный, спиртом протерла, но при спиливании я увидела, что внутри-то еще белее. То есть прям вообще за один вечер все испачкалось, ну нафиг. Смотрится вроде как и нормально, но я вот вам озвучила все свои сомнения. И все-таки побеждает второй вариант, который я вам сейчас и покажу. Еще, наверное, надо было мизинчик или большой пальчик все-таки черным сделать. Маловато прямо черного. Вот я сегодня перед подругой переделала. Сделала полосочку не золотую, а серебряную. Все покрыла глянцевым топом. Ноготочки не шершавые, гладенькие. Ничего у меня нет, никаких выпуклостей. Мне намного больше нравится этот вариант. Хочется узнать, кому какой вариант понравился. Напишите один или два.
Потому что все-таки эти два дизайна разные получились. Разница только в носибельности. Если кому-то нужно, ссылочку на фрезер я оставлю в описании под видео, прямо на первой строчке. Ну, у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока.